Сейчас делаю обзор кактуса мамиллярия. Кактус мамиллярия – один из крупнейших родов в этом семействе. На этот период времени их насчитывается более 180 видов. Один из них сейчас мы рассмотрим. Мы как видим, как он буйно цветет на солнышке, это южная сторона. В зимний период времени он нас так не цвел. Он находился у нас на западной стороне окна. И с приходом весны, в марте месяце, его мы поместили здесь, на южную сторону. И после того, как мы его поместили, где-то через 2-3 дня он начал набирать цветение. И вот так начал цвести, буйно он цветет. На улице сейчас температура около 10 градусов тепла, а в комнате от солнца, конечно, больше. И он склонен клониться к световому больше потоку. И где теплее, соответственно, он идет сейчас сюда клонится, в эту сторону. Для этого, чтобы он сильно не клонился, мы сделали такую небольшую опорочку и подвязали его на такую ленточку. Брали мы его в магазине маленького, около 10 сантиметров. И за 3 года мы, как видим, какой он большой вырос, около 40 сантиметров. Полив делаем один раз в неделю. Земля огородная перемешана с песком. На низ делали камешки и, соответственно, маленечко в земле тоже добавляли камешки. Вот так он у нас цветет, буйненько. Сейчас поближе еще посмотрим, как он у нас цветет. Такая красота, только она расположена на макушке. Мелкие цветочки, очень много цветочков. Колючие, шипов очень много, но шипы терпимы. Так можно, но если сильно прижиматься, конечно, оно колко. Вот такой краткий обзор мы сделали по этому кактусу. Мамиллярия разновидность. Пока-пока, до новых встреч на моем канале.